Мы предпринимали все усилия для того, чтобы на той стороне, в Якутии, все необходимые меры по линии МЧС и дорожников предпринимались более эффективно. И некоторые даже уже на меня стали обижаться, что мы требуем более эффективного и быстрого разрешения ситуации. Тем не менее, сообщение запущено, работы там будут еще выполняться, но важно, что движение пошло. И за этот период мы с нашей стороны направляли нашу группу спасателей для того, чтобы те, кто пожелает, были эвакуированы. И два таких рейса были выполнены пожарно-спасательным центром. И люди, это прежде всего женщины с детьми, были перевезены с той стороны в Магаданскую область. Но сегодня мы эту ситуацию все равно продолжаем держать под контролем, с тем, чтобы полностью были завершены работы и нормальное сообщение по федеральной дороге Колыма было обеспечено.